Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения и отличного стройного дня. А еще для того, чтобы в очередной раз выпить за ваше здоровье вот этого замечательного напитка, который поможет вам стройнеть, как, ну, пожалуй, как ни один другой. Почему? Потому что вот это какао, сваренное на молоке, натуральное какао, никакой не какао-порошок с сахаром, нет. Молоко, какао и буквально капелюшечка, пол чайной ложечки сиропа. Ну, в данном случае орехового. Можно, конечно, какой-нибудь виноградный, клубничный, какой хотите. Очень интересный вкус получается. Вот вы буквально 100-150 граммов такого какао выпили с чувством, с толком, расстановкой между приемом пищи, например, когда ей захотелось. И вы прекрасно протянете до следующего приема пищи и не наберете лишнего. Это гораздо лучше, чем съесть какой-нибудь сникерс, уж поверьте. Не говоря уже о том, что калорий тут гораздо меньше. Ну, на 100 граммов где-то от 60 до 80, зависит от того, сколько вы положите какао, какой жирности молоко возьмете. Поэтому, когда вам голодно, можно, конечно, чай с молоком попить, можно просто молоко, можно кефирчик, можно еще что-то. Но вот один из вариантов – это какао. Он же, конечно, нам настроение повышает и вкус, как у шоколада. Так что это практически 3, 4, 5, 10 в одном получается. В общем, пользуйтесь этой стройной фишечкой дня на здоровье. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк, и у нас с вами все обязательно получится. Всего вам доброго!